Добрый день, меня зовут Евгений Божьев. Очень много возникает вопросов и недопониманий по поводу употребления, правильного употребления соды с целью убирания отеков с ног, для выведения солей из мягких тканей ног. Значит, попробую объяснить еще раз. Сода берется не целая, сухая, нет, ни в коем случае. Наша задача из соды, а сода это соль, натрий HCO3, сделать щелочь, натрий OH. То есть ее нужно обязательно разбавить водой, не просто разбавить водой, а кипятком залить, кипятком, горячей водой. Почему? Потому что вот эта реакция соединения соды с водой и образования щелочи из соды идет только при высокой температуре, выше 60 градусов. Поэтому берете не полную чайную ложку соды, не полную, не полторы, не две, не три, а не полную чайную ложку соды. Почему? Потому что если вы возьмете больше, чем нужно, вы реально рискуете получить ожог щелочной. Вы же знаете, что и кислоты, и щелочи могут давать ожог. И если вы длительно сильный концентрированный раствор щелочи будете держать на ногах, вы наверняка получите ожог. Вот чтобы этого избежать, берите не полную чайную ложку соды. На стакан кипятка заливаете, размешиваете, чтобы перестал выходить углекислый газ. Да? Вот, раствор готов. Можете остудить, можете прямо теплый. Берете колготки или носочки, в этом растворе мочите. Слегка отжимаете, слегка, не чтобы они не сухие были. Они должны быть мокрые, но чтобы с них не текло. Надеваете на ножки перед сном. Когда уже помылись, когда все, вот вы готовы лечь спать. На ножку надели, сверху, если носочек, можно полиэтиленовый пакетик. И сухой носок сверху пакета. И на другую ножку то же самое. Если это колготки, берете пищевую полиэтиленовую пленку, надеваете эти мокрые, смоченные в содовом растворе колготки, заматываете всю ногу и другую ногу, и здесь пояс, таз, пищевой вот этой полиэтиленовой пленкой, а сверху, чтобы вот это зафиксировать, просто любые, уже можно не ХБшные, можно там синтетические, какие угодно, просто колготки надели для того, чтобы они просто фиксируют вот это все, пленочку и мокрые колготки на вашем теле. И ложитесь спать. Всю ночь вы спите в этих мокрых колготках. Утром встаете, снимаете все это дело и смываете. Почему обязательно смыть? Потому что вот этот щелочной раствор, он вытянул за ночь, за 7-8 часов сна, пока вы спите, он вытянул на себя кучу солей из ваших мягких тканей. И это все надо смыть. А чтобы, если появился зуд, значит, от зуда вы взяли, смазали там каким-то кислым раствором чем-нибудь, там тот же самый уксус взяли, водичкой развели, вот, просто помазали сверху, все, 2-3 минуты зуд уходит. И после этого можно и этот уксус смыть, и все, у вас ножки готовы, все нормально. И вы посмотрите, насколько меньше стали отеки, насколько вообще улучшилось, даже внешний вид ног сразу улучшается. Вот таким образом используется содовый раствор. Не сухая сода, а именно содовый раствор. И не 2-3 ложки, а одна и не полная, чтобы не получить ожоги. Благодарю вас, всего доброго.